Ну что, здорово, молодой, с тобой как обычно. Паша Клэнс, я как обычно в матрешечке ролли-плей, бегаю, ролли-плей. Ты слышал, как я это сказал? Ну что за ужас вообще, блин, я уже столько лет на ютубе разговаривать так и не научился. Ну и от заикания тоже не избавился. Короче, с тобой как обычно. Нормально? Короче, с тобой как обычно, Паша Клэнс, и мы на пятом сервочке матрешки с тобой. Ну я вот тебе показываю, вот там матрешка там туда-сюда, тыры-пыры. И короче, если ты сюда все-таки будешь солетать, то для начала игру нужно скачать. Скачать ты ее можешь в Русторе, в Google Play Market или, допустим, в App Store, если у тебя айфончик. Вот, и как бы все, скачал, круто, классно. А дальше ты создаешь персонажа на любом сервере, но я на пятом, ты тоже можешь на пятом, было бы прикольно в конце концов. Вот, ты создаешь персонажа и, пожалуйста, введи мой промокод Клэнеси, который тебе даст вирты, приличное количество, через 2 или 4 часа игры, ну, как ты отыграешь, и также временную тачку, чтобы ты не двигался на мопедах там всяких или там на своих двух, ну, типа, зачем? Вот, короче, такая вот история. Что мы сегодня сделаем? Ты уже увидел в названии, что мы опять прокачиваем Бизак. Но как я буду это делать, если у меня 86 тысяч рублей? На самом деле, особо-то никак, ну, в том плане, что, конечно, я могу сделать, допустим, следующим образом вот так вот забежать, затем вот сюда вот подойти, да, непосредственно мои счета, вот эта вот история, снять со счета предприятия, там, не знаю, 1 миллион, прикинь. Раз, два, три, раз, два, три. Какая комиссия? Это мой банк. Ну ладно, в принципе. Так, кстати, я же себе финку, наверное, сделал, да, таким образом? Или что? Или нет? Ну-ка, давай посмотрим. Я даже не смогу посмотреть. Ну, как бы, вот у меня осталось 382 тысячи. Это, типа, не очень много. Их лучше оставить. Ну, нет, зачем их оставлять? Давай все снимем. Ну, типа, 340к, да? Вот просто мои счета, опять же, вот эта вот история. Снять со счета предприятия и 340 тысяч просто. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Бац, все, мы все сняли. Плюс 326, правда, блинский городовой, но тем не менее, бац, бац, что мы здесь видим, 42 тысячи, как бы есть. Это на продуктики, на еще там всякие штуки-дрюки. Вот, ну и еще вкратце я тебе покажу, что у меня там. Хотя нет, давай вот финстатистику на следующем видосе. Сейчас ее вообще, ну ладно, я даже сейчас ее тебе покажу. Сейчас только за вход, исключительно за вход, и за какие-то переводики мне еще, понятное дело, что там переводится что-то 4%, что ли, не очень большие суммы, но иногда 290 тысяч, это очень круто, конечно, но это не очень большая финка, понятное дело, соответственно, что мы с тобой будем делать, мы будем прокачиваться, и потихонечку, понемножечку, я надеюсь, что она станет гораздо больше. Итак, у меня сейчас 1 миллион 372 тысячи. На эти деньги мы абсолютно ничего с тобой сделать не сможем. По той причине, что этих денег недостаточно для того, чтобы улучшить Бизак. Итак, звуковые эффекты. Боже, зачем они нафиг нужны вообще? Ну, я лично считаю, что это как бы немножко фигня. Ну, да, красиво, да, прикольно, но мне лично они не нужны. Это как вот, ты знаешь, заходишь в цветочную лавку или в продукты 24/7, и чтобы продавец как бы знал, что ты заходишь, там есть вот эта вот дилинг-дилинг штука такая, понял? Типа, которая там висит около двери. Нос чешется ужасно. Так, вот, дальше доп-склад для продуктов. Это очень хорошо, это очень удобно. Один раз заказал, и тебе вообще пофиг на все. Это хорошо. Рекламная кампания, ну, блин, опять же, смотри, какая история. Если типуля живет в Батырево, то он пишет GPS непосредственно. Дальше он открывает банки, и вот ему как бы банк Батырево. 5 километров до которого. Но это потому, что я сейчас вот тут, короче, нахожусь. Как бы с этим-то все понятно, с одной стороны, но с другой-то стороны, блин, зачем эта рекламная кампания? Но, опять же, у меня есть ответ на все эти вопросы. Дело в том, что вот в реальной жизни ты, допустим, сначала через школу, да, проходишь. Вот ты проходишь через школу, это условно обязательный этап. Почему условно? Потому что, ну, кому-то где-то или же побольше везет, или же... Короче, в большинстве своем это база. Ты отучиваешься или 9 классов и идешь там в колледж, да, допустим. Или ты отучиваешься 11 и идешь на вышку, ну или в колледж. Вот, короче, это обязательные этапы. И поэтому, грубо говоря, топ-продукты это была, ну, такая, типа, не знаю, с 1 по 4 класс. Это у нас получается с 5 по какой там, по 9. Вот это с 5, ой, с 9 по 11. Вот это просто как бы ты отдыхаешь перед вузом или перед шарагой. Или это просто шарага, почему нет. Вот, и как бы вот эти вот всякие этапы, это типа такое. А вот это уже вуз, понял? Это уже, ну вот, если это бакалавриат, 4 года, когда учишься, это бакалавриат. А бац, ты решил, ну, как бы жестко повысить свою квалификацию. И теперь ты у нас в аспирантуру, да, полетел. Ну, это типа 5 лет учиться нужно. Или в специалитет, по-моему, так это. Я, если честно, я не разбираюсь. Вот, и как бы
И вот это вот, и история, это ты уже магистр, вообще очень мега крутой, и там, и так далее. Соответственно, через все эти этапы нужно пройти, они обязательно обязательные. Вот такое вот масло-масляное получилось. Итак, что я сейчас делаю для того, чтобы вот это вот все дело покрыть? Правильно, я задоначу, вот и все. Здесь у нас нужно 6500, ну, типа 5500. И еще плюс вот эта вот история, короче, где-то 9 лямов. Вроде бы так, я могу ошибаться, но тем не менее. 9 лямов — это 9 тысяч, которые у меня сейчас есть на балансе. Они просто возьмут и улетят. Поэтому сейчас берем, пишем вот таким вот образом. Мы тут все ввели, конвертируем монету, и у нас с тобой 10 миллионов на руках. Это, кстати, мало, я идиот, я неправильно посчитал, по-моему. Имущество, бизнес, заходим сюда и просто-напросто вот так вот делаем, улучшаем. Для начала звуковые эффекты при входе. Let's go, поставим. Прекрасно, у нас теперь есть звуковые эффекты при входе. Дальше. Дополнительный склад для продуктов, это очень нужная штука, поэтому мы ее, конечно же, тоже ставим. Очень будет интересно посмотреть, сколько теперь продуктов. И дальше у нас вот этот вот этап, на который у меня не хватает денег, поэтому мы еще раз конвертируем мою валюту. Я поэтому и сказал, да, что типа, блин, я неправильно посчитал. А давай косарь мы просто закинем. А хотя зачем косарь закидывать? Ты сейчас, ты знаешь, что мы сейчас можем сделать? Ну, это, скорее всего, очень будет тупо. Но тем не менее, почему нет, типа, да, почему нет? Давай зайдем в кейсы сейчас. В кейсах есть всякие вот эти моменты, вот эти штучки-дрючки. Лакшери здесь я не очень хочу, я их недавно открывал. Спорткары. Что у нас в спорткарах есть? Виртуальная валюта, велосы всякие, вот эти моменты. Слушай, давай просто по приколу, почему нет? Ну, типа, я же могу это сделать, правильно? Я куплю... Да подожди ты. Спорткар, все правильно. 3000, много. 2000, ну, блин, нормально. Просто рубану их, и причем я сделаю это быстро. Настолько быстро, насколько это возможно. Где этот спорткар? Вот он, спорткар, предпросмотр, раз. Понял, не транспорт, 240 тысяч, 2. Матрешка коины, приятно, 3. Понял, 4. Не транспорт опять. Еще 5. Ну давай, 6, ну пожалуйста. Да что ж ты будешь делать? 7. Ну дай транспорт, пожи, ну что ты? Кстати, 5 лямов? А, ну да, все правильно. 8. Понял. 9. Понял. 10. Это не транспорт. Слушай, если ты хочешь, чтобы я открыл вот эти кейсы с спорткар, штучек, не знаю, ну, скорее всего, у меня хватит денег только на 50. Но тем не менее, если ты хочешь, с удовольствием это сделаю. Напиши, пожалуйста, в комментариях об этом. В конце концов, мы таким образом рано или поздно нафармим вот эту вот прекрасную сумму. Итак, здесь мы все с тобой, ну, как бы сообразили, все поняли. Слушай, успешный кейс. Я не знаю, ну хочу. Вот просто надо мне, понимаешь? Надо. Сейчас садим просто весь баланс. 15 штук, вообще пофиг. Для чего я сейчас это делаю? Да, все очень-очень very просто. Я это делаю. И... О боже, здесь аксессуары. Мне аксессуары сейчас нападают. Их... Я, если что, их просто буду удалять из инвентаря. Но тут может хаммер выпасть. Ладно, поехали. Понятно. Дальше. Для чего я это делаю? Да просто, ну вот, захотел я так. Да, вы мне говорили, из инвентаря лучше вот это все дело делать, товарищи мои. Это самое зрители, как говорится. Поэтому мы, конечно, вот так вот берем, использовать, yes, открываем. Понял. Открываем. Не машина. Открываем. Можно машину, пожалуйста? Я бы ее слил просто. Все как бы нормально. 72 матрешка коина. 55 тысяч. Нормально. Так. Матрешка коина. Кстати, 124, это окуп. Очки вот эти вот. Блин, 9 тысяч, серьезно, блин. Ну дай, пожалуйста, машинку. Блин, сегодня не везет. Как будто бы игра знает, ради чего я сейчас вот это все дело делаю. Сейчас все ради прокачки бизнеса. Ладно, мы тут чуть-чуть что-то поделали. Что у нас здесь? Я знаю, возможно, ты занят, но если нет, то можно скрин. Пока что... Ладно, едьте в банк. Сфотаемся. Так, как бы, почему бы и нет, вот... Прям по время ролика вот так вот переписываюсь. Ладно, у нас сейчас будет последняя вот эта вот микро-нищенская такая, условно-нищенская, да, вот эта вот история. Когда мы вот так вот сделаем раз, улучшить бизнес. И здесь мы просто улучшаем вот эту историю за 4 ляма. И у нас останется 3 самых-самых жестких вот этих вот момента. Не знаю, когда я смогу их прокачать. Надеюсь, что в самое ближайшее время. А так ты это все дело, в принципе, увидишь. И как бы посмотрим, к чему это приведет. Я прокачал только что свой визак, причем прилично, о чем мне пишут. Ся обоеду, окей, без проблем. А пока типуля едет, чтобы он нам не мешал вместе с тобой, да, немножечко. Так, для начала вот эту вот аптечечку я вот так вот беру, просто вот так вот. Раз, два, все, прекрасно. Короче,
Дружище, сегодня мы практически полностью прокачали банк. Это, конечно, менее жестко, чем в предыдущей серии, но мы еще и кейсики что-то пооткрывали тут, ну, чисто попробовали так вот. И, соответственно, уже в следующей серии я не знаю, что будет. Вообще не знаю. Может, это будут кейсы, может, еще что-то. Еще пока что я хз. Типуля уже, к слову, приехал, я его по мини-карте вижу. Все, огромное тебе спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видосах. Не знаю, буду думать, как вот эти вот деньги мне туда-сюда делать. У меня сейчас еще 25 августа, мне еще X2 нужно будет сождаться, чтобы закинуть, не знаю, десяточку я, наверное, закину, как обычно. Ладно, F9, увидимся с тобой.